Москву накрыл сильнейший снегопад. В московских аэропортах задерживают рейсы, а на столичные дороги выводят дополнительную технику. Существенно увеличится риск ДТП. Сильные снегопады в Центральной России. Их пообещали жителям Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой. В сугробах утопают Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская и Псковская области. Калужская тоже. В Москве ждут рекорда. За сутки может выпасть до 18 часов 9 января до 6 часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до 1-3 километров. Wow.